Журналистика – умение грамотно писать, четко формулировать мысли, но главный залог профессии – любовь к своему делу и к людям, история о которых станет достоянием общественности. На мастер-класс собрались ученики 9-й школы, в чьи интересы входят общение с аудиторией и знакомство с интересными героями. Меня очень интересует сфера журналистики, телевидения, и мне очень интересно послушать поподробней. Чем тебя привлекает профессия? Ну, она творческая. Там можно покреативничать, это я очень люблю делать. И плюс связано с широкой аудиторией, мне это тоже нравится. Я смогу познакомиться с новыми интересными людьми, я смогу красиво и четко говорить. Вот это самое главное для меня. Интерес к гуманитарным наукам появляется именно на школьной скамье. Так в профессию пришла Этерика Беридзе, чьи способности в юности отметила учитель русского языка. Журналистский опыт Этери Акакиевны более 45 лет, 33 из которых она трудится в газете «Видновские вести». Чем больше ты читаешь, тем больше к тебе приходит слов, которые можно уделить читателю. Очень важно, когда он говорит образно, он говорит убедительно. За время работы в «Видновских вестях» Этерика Беридзе рассказала читателям истории ветеранов Великой Отечественной войны, летчиков, космонавтов, деятелей культуры и, конечно, простых жителей. Однако газетный разворот – это работа целой команды. С Этери Акакиевной всегда работают фотограф и верстальщик. Об этом ученикам рассказала главный редактор газеты «Видновские вести» Елена Замятнина. Все материалы стекаются на верстку. Самый главный еще человек в газете – это верстальщик. Вот он берет эти пазлы и складывает. Из этого складывается страница. На мастер-классе ребята предложили ознакомиться с газетой. Лейле Азизовой понравилось приложение «Спорт», проливающее свет на новости из жизни физической культуры. Я сама спортсменка, я занимаюсь профессиональным плаванием, и поэтому мне это все тоже интересно. Работать с культурой спорта и быть каким-нибудь, не знаю, журналистам, которые берут интервью у спортсменов, потому что интересно услышать их впечатления после, там, например, их соревнований, выступлений. Мастер-класс позволил учащимся узнать больше о профессии журналиста из первых уст и дал возможность креативно проявить себя в гуманитарной сфере. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.